Гости из далекой Папуа-Новой Гвинеи увидели один из символов северной столицы – овеянный легендами Исаакиевский собор, великолепный и монументальный. Я не представляю, как можно хранить это все в таком виде. Стены, изображения, двери, орнамент внутри. В нашем представлении церковь или собор – это просто здание, куда ты можешь прийти и помолиться. Особые впечатления – прогулка по колоннаде. И кажется, что ты паришь над городом. Тем более здесь, наверху, так ветрено. Я вышла, ветер дул мне в спину. Я еще пошутила, что сейчас улечу. Очень холодно,